Привет, моделисты и моделистки AK, город Цинциннати, штат Огайо, топ-кемера. Так, сейчас быстренько на отвлеченную тему. Пришли напальничники, ну, синие. Но они оказались дубовые и какого-то микроскопического размера. То есть отправляются обратно. Два других сейчас типа, одни желтые, другие другой компании. Вроде там не особо нареканий нету, но они еще не заказаны. Нужно что-то еще добавить. И с этим заказом пришел вот этот штангель. У меня есть, наверное, за 10 баксов обыкновенный, ему лет 20, наверное. Но он битый, и все риски в два раза толще. К примеру, вот Юра спросил, какой диаметр подшипников, к примеру. Иногда мне тоже хочется что-то более поточнее, там, сверла и прочее. Вот, то есть на старом... Это очень сложно. Это где-то, ну, скажем, 70 баксов. Вот если вам, ребят, интересно, я буду делать сравнение на канале. Я ссылочку оставлю на, скорее всего, AK Plus USA. Вот. Очень классный. Японский. Не знаю такую фирму, но Mitutoyo. Хо! О. Так, теперь... Супер важно. Я сделал ошибку. Я прошу прощения. Сейчас я все разъясню. Вот этот декодер Body имеет... Где у нас указочка? Имеет резисторы здесь. 2 килоома, по-моему, 2,2. Мне написал, кто владелец этой компании, говорит, Алекс, ты немножко ошибаешься. Я говорю, точно. Потому что я, когда поставил вот этот вот с LED-тестер, здесь я никаких резисторов не нашел. Что-то меня замкнуло какое-то, я не знаю. Но когда я померил выход, здесь было 14 вольт без нагрузки. Что-то не то. Короче, я всегда ставлю, ребят, резисторы на эти самые, на LED. Можно поставить там, ну, 480. Они, ну, 480 даже с 2,2 здесь будет немножко, ну, дым, тускло. То есть я все резисторы убрал. Сейчас я покажу вам, как работают вот эти... Кстати, LEDs вот эти вот компания на Амазоне. Не знаю, где еще продают. Я беру с Амазона. Кстати, надо добить вот эти другие LED и заказик сделать. Теперь включаю напругу. Видите, очень классно. Они такие... Хотя они пишут, что warm, да? Но они не warm, они как раз sunny white. Очень четко. То есть вот... Не такие, если убавить напряжение, то тогда они будут уже warm для таких старых локомотивов или старых тепловозок там 50-х годов, что-то в этом духе, когда лампочки тусклые, все залито уже там мазутом и прочее, линзы не протирают, а там уже все въелось, короче. Они такие блеклые, а вот это вот просто чума. Я вот этот не очень хочу поднимать, но постараюсь чуть-чуть показать, что это очень так же ярко. В этих Ditchlight здесь, вот здесь, стоят другие LED, Nano. Они, может быть, чуть-чуть поменьше размер, но тоже такие, написано Warm из другой компании. Я тоже на них буду покупать специально только для вот этих Ditchlight здесь. Ну все, теперь я спокоен, что я... исправил ошибку. До скорых встреч. Спасибо за поддержку, ребят. Давай.